Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, 16-летняя Ольга, в июне окончила школу. Через год она планирует поступать в высшую школу дизайна, а пока, по совету знаменитой мамы, решила пойти на курсы коммуникационного дизайна и современного искусств. Ольга рассказала, какая ее мама дома, без камер и светософитов. Девушка уверяет, что ее знаменитая родительница зависима от социальных сетей. «Раньше у мамы был обыкновенный кнопочный телефон, но потом я подарила ей смартфон. Ее жизнь изменилась навсегда. Она завела Инстаграм. Теперь в перерывах между готовкой и уборкой она не выпускает гаджет из рук. Но она не считает себя интернет-зависимой, раздражается, когда я делаю ей замечания», — рассказала Ольга. От мамы у Ольги, по ее словам, нет секретов. Она не любит, когда ей что-то недоговаривают или врут. «В 3 года я своровала ее платок и спрятала за батарею. Мама едва не сошла с ума, пока искала его, думала, что украли. Потом платок нашли, обман вскрылся. Не помню, какими словами она мне объяснила, что так делать нельзя. С тех пор я стараюсь ей не врать», — призналась дочь Гузеевой. Она уверяет, что в интернете о ее матери ходит много сплетен и небылиц, но призывает им не верить. «Многим кажется, что наша семья живет во дворце и вместо табуреток использует поставленные друг на другу золотые слитки. Это не так, мы обычные люди. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!»